Всем привет! Сегодня я хочу проверить, какой вес поднимет квадрокоптер LSKS-11. Проверять мы будем, вешать мы на него будем вот такие грибные бульончики. Один бульончик весит 10 грамм. Давайте начнем с 20 грамм. Попробуем поднять. Да, 20 грамм нормально поднимает. Вот. Свободно летит. Попробуем добавить вес. Еще один. Будет 30 грамм. Поднял 30 грамм, не чувствуется, что тяжелее ему. Фу, 30 грамм. Я даже не знаю, больше добавлять или не стоит. Пробую. Еще один добавил. 40 грамм. Ничего себе, летит. Довольно-таки нормально. Вот вверх поднимается. Так, 40 грамм поднял. Попробую еще один добавить. Пятьдесят грамм. Поднимет или нет? Пятьдесят грамм держит. Но даже вверх поднимает. Пятьдесят грамм поднял. Так, попробую еще один добавить. Шестьдесят грамм. Поднимет или нет? Мне уже интересно. Держит. 60 грамм держит. Поднимает. 60 грамм. Так, 60 грамм поднял. Ну, а если 70? Семьдесят грамм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 70 грамм. У меня L940 еле поднял. Так он намного больше. Ну, попробуем.
70 грамм поднял. Но уже тяжеловато ему. 70 уже тяжело. Поднял, но тяжело ему. 60 грамм поднимает, в принципе, хорошо. 50-60 грамм рабочий его вес. Кому был полезен обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.